Всем огромный привет! Меня зовут Оля, вы на моем канале. Здесь я снимаю влоги. Также здесь вы найдете видео о вязании, о моем любимом хобби. Если вы также не можете жить без вязания, я оставлю ссылочки на видео, где я рассказываю, как что вяжется, делаю обзоры на пряжу, показываю процессы. Ну, в общем, если вы этим увлекаетесь, то знаете, о чем я говорю. Это видео будет посвящено обновкам в моем осеннем гардеробе. Мое предыдущее видео о летних обновках вам понравилось. Вы сказали, что Оля, снимай еще. Та-дам! Я исполняю. И к тому же эти обновки в довольно нехарактерных для меня цветах. Вы знаете, что я очень люблю розовый, голубой, серый. И несколько лет я пребывала в этих цветах и зимой, и летом, и осенью. Но вот, видимо, какая-то насмотренность, может быть, тенденции, может быть, просто мне захотелось что-то поменять. И я сменила цветовую гамму, ну не полностью, а можно сказать, просто добавила еще один лук, еще один вариант меня, но в других цветах. Конечно же, я вам расскажу, что и где я купила, и также вы сможете посмотреть, как это все выглядит на мне, и вдохновиться, возможно, что-нибудь поменять у себя в гардеробе, подобрать какой-то новый цвет, попробовать, поэкспериментировать. Это все очень весело и здорово. И давайте начинать. Получилось, что вообще все это началось с помады. Я прогуливалась по центру, увидела магазин Kiko и зашла. Увидела множество помад в таких очень насыщенных, темных оттенках. Решила, что мне такую надо, и вот, собственно, нанесла ее на себя и поняла, что, ой, мне вроде бы как даже идет. И я поняла, что эту помаду мне совершенно не подо что надеть, потому что все мои вещи светло-голубые, розовые, серые, как-то совершенно не сочетаются. Мне нужно что-то новенькое. К тому же я очень долго не меняла, как я уже говорю, свою цветовую гамму. И я начала думать, что же мне подойдет. Ну и, собственно, да, я не очень оригинальна в этом смысле. Я решила, что классические осенние тона замечательно подойдут и украсят меня, и изменят, и повысят мне тем самым настроение в осеннюю, порой немножко унылую погоду. С чего я начала? Я купила вот такую водолазку, это Zara, в приятном таком коричнево-терракотово каком-то кэмел цвете. Состав здесь, конечно, не очень. Самое натуральное, что здесь есть, это вискоза. Но она очень приятная к телу. Ну и, конечно, определяющим был цвет. Вот здесь вот есть такие приятные моменты из таких заклепочек, рукавчики. Ну, то есть, в принципе, обычная водолазка с небольшими интересными фрагментами. Я постараюсь оставить ссылки на все, о чем я сегодня говорю, если найду, если еще не разобрали. Также в Заре я купила вот эти брючки, они невероятно теплые, они очень удобные, расцветка сейчас мега популярная, такая вот в клеточку, в рубчик, и к тому же они на резинке, что тоже немаловажно, на завязочках, снизу тоже есть такой кантик коричневенький, то есть они мега комфортные, мега удобные, и в пир, и в мир, и в добрые люди с кармашками, мне очень нравится. И что я вам покажу, это вот такое пальто, совершенно потрясающего изумрудного цвета, к сожалению, не знаю, камера передаст вам или нет, оно здесь каким-то черным видится, но оно совершенно, совершенно изумрудное. 100% шерсть, покупала я в магазине Wildberries, не сочтите за рекламу, пожалуйста. Подклад такой коричневый, обычный, вискоза 100%.
Это российский бренд Limar. Первый раз такое вообще увидела. Я хотела именно изумрудное пальто. Очень долго его искала. Хотела именно стопроцентную шерсть, чтобы оно было теплое. И я его нашла. Чтобы закончить образ, конечно же, мне нужен был какой-то палантин, чтобы связать свои губы с пальто. Ну да, звучит, конечно, не очень, но именно об этом я и думала. Также в Wildberries я купила вот такой бордовый палантин. С одной стороны он прям бордовый-бордовый, а с другой такой темный, какой-то фиолетовый, что накинуть под пальто, очень классно. И изумрудный вместе с бордовым выглядит потрясающе. Никогда бы не подумала, что так это здорово смотрится. Ну, и в связи с тем, что я вижу, я очень удачно к этому сезону связала свой любимый свитерок из Brushed Alpaca Silk, вот в таком чудесном цвете. Я решила носить его вот так, на водолазку. Мне кажется, смотрится очень так нежно, очень воздушно, хочется потрогать, потому что он действительно очень такой, знаете, мягкий. На водолазку очень тепло, то есть можно уже практически спать. Конечно же, как же я могла эти брюки не надеть с этим прекрасным свитером, который так удачно у меня связался к осени. Я его очень часто сейчас надеваю. Он невероятный, просто супер. Несмотря на то, что, как я уже говорила, пряжей я не сильно довольна, но так как он сидит, как он выглядит, какой он теплый и воздушный, это все перечеркивает все какие-то негативные моменты небольшие. Я его ношу очень-очень часто и невероятно им довольна. Он, мне кажется, очень украшает меня, и он оригинальный. И, конечно, вот с этими брюками он смотрит. У меня есть 100-летней давности пальто, которое я покупала, по-моему, еще когда Матвея не было. И носила его исключительно как такой классический вариант. Сейчас же я в него вот так вот укутываюсь, когда было прохладно. И прекрасно себя чувствую в свитере и в пальто. Здесь идет шерсть с небольшим добавлением кашемира и синтетики какой-то. Я уже честно не знаю, сколько там оно у меня находится. Я не знаю, лет 10, наверное. Поэтому по составу я уже даже и не помню, что я там покупала. Вот. Но сейчас, кстати говоря, оно у меня заиграло в каком-то новом свете. Вот я его даже теперь не застегиваю вот здесь на пуговицу, а просто заворачиваюсь, и сейчас так модно, вот так хожу. Очень здорово подходит под свитер. Пальто подходит под свитер, я не знаю. Свитер меня вообще определяет весь мой внешний вид, и штаны просто замечательные. Мне кажется, это какой-то вот английский, что ли, стиль, или какой такой уютный, осенний. Хочется взять большую чашку чая или кофе, пойти куда-нибудь в лес или парк какой-нибудь, где кругом золотые листья, и ты такой идешь, гуляешь. Ой, чудесно. Если бы дома еще мне не было так жарко, было бы вообще супер. Итак, да, вот, кстати, вязаные вещи абсолютно рукодельные, по-моему, очень стильно и классно смотрятся в современном гардеробе. Прекрасно, люди, вяжите. Это же так чудесно. Теперь я хочу вам показать немножко в другом стиле образ. Смотрели мои предыдущие видео, вы знаете, что я очень люблю такие узкие штанишки из Uniqlo. Я практически все лето отбегала в таких темно-синих и белых джинсиках. И теперь под новую цветовую гамму я купила такие бордовые штанцы в Uniqlo. Такие они облегающие, тут тоже на резинке, очень удобно.
Они идут только сзади с кармашками, здесь сделаны обманочки. Ну, сидят они шикарно, мне очень нравится, как они подчеркивают все, что нужно. Нигде ничего не вытягивается, я имею в виду коленки, ничего не обвисает со временем. Они очень комфортные, удобные, стираются замечательно. Конечно, вода немножко подкрашивается, но они не теряют много цвета, то есть такими же яркими остаются довольно-таки долго. По крайней мере, все лето у меня штаны продержались очень хорошо. На следующий сезон я еще их тоже буду чудесно носить. Так что эти, я надеюсь, тоже продержатся так же стойко. Итак, сейчас я это все дело вам покажу. Итак, вот такой вот образ у меня получился. Водолазка из Zara, брючки из Uniqlo и сверху вот такая худи, как она сейчас называется, худи, толстовка, что это, я не знаю. Вот понятия не имею, что это за бренд и что это вообще такое. Мне просто очень понравился цвет. Я изначально очень хотела... Очень хотела такой терракотовый классный цвет. Но вот эти штуки, они, мне кажется, какие-то очень прикольные. Я увидела, что они еще вот тут торчат так классно. И думаю, шикарно. А с учетом того, что она стоила где-то в районе 1000, ну, потому что она прям синтетическая такая, прям замечательно я решила и купила ее. И очень довольна. Таким вроде бы очень классическим. Вот это худи сейчас, это очень-очень в тренде, господи. Ну, так это называется. Очень это сейчас все носят активно. Ну и что ж мы хуже, что же, что ли. Вот так вот я это тоже ношу. Иногда даже можно накинуть на голову, если уж совсем прохладно стало. Мне очень нравится. Очень стильно, задорно, по-молодежному, мне кажется. Мне нравится. Очень по-новому для меня. Я такое никогда не носила. И еще вот здесь вот эти штуки торчат. Прикольно. В общем, такой веселенький, задорненький. Я покупала в Айлдрисе. Это натуральная кожа. Бренд называется Giotto или Giotto, уж не знаю, правильно я произношу или нет. Такие классические, немножко, мне кажется, даже типа мужские ботинки. Они невероятно удобные, со шнурочками, очень классные. У меня 39 размер, и несмотря на это, они смотрятся очень аккуратно на ноге. Удобно, ничего нигде не жмет. Немножко образовываются заломы, потому что кожа такая, ну, не лаковая, но глянцевая. Но это их совершенно не портит. Смотрятся они очень-очень хорошо. И вообще у этого бренда Giotto я посмотрела очень много разных классных ботинок любого стиля, на любую ножку, широкую, узкую. Прям открыла для себя новый бренд. Мне очень понравились их модели. Я выбирала из трех и выбрала в итоге вот эти. Ну и на этом я буду говорить вам до свидания. Еще раз спасибо большое за то, что вы посмотрели это видео. Если какие-то у вас возникли вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я Варечка, Варюшечка, пожалуйста, еще одну минуточку. Выключи звук. Спасибо, моя рыбка, спасибо. Спасибо, моя рыбонька. Спасибо. Сейчас мама уже заканчивает. Огромное спасибо, что... Так, что я сказала? Спасибо уже, нет? Я не помню. Да, если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста... Пожалуйста, пишите их под видео. Я постараюсь, я говорю, оставить ссылки, если я найду те вещи, которые я купила в наличии. Я оставлю ссылочки под видео. Заходите, посмотрите.
вдруг я на все найду и вам что-то тоже понравилось. И увидимся с вами уже очень скоро в новых видео. Всех целую, всем пока! И подписывайтесь на мой канал.